Что, друзья, всем огромный привет из Турции, из Сиде, из отеля Барут Химера. Я сейчас купался, решил записать вам внеочередной видос, который пойдет немножко в разрез с другим видео. Вот будет видео, как мы прилетели, я его еще монтирую. Потом следом вот это видео из этого райского уголка, потому что сегодня очень классная, очень теплая погода. На улице 20 градусов. Давайте я вам дату скажу, как вы просите. У нас сегодня 10 марта. Время сейчас 2 часа 48 минут. И я не мог вам не записать этот видос с такой погодой. Вот, смотрите, какая красота сейчас в Турции. Естественно, как всегда, передаю вам эти эмоции, эту атмосферу турецкую. Этот видос будет с минимумом монтажа. Без всяких пролетов, без всяких дронов. Это так, чтобы вам передать зарядочку этих эмоций. А показать, что есть сейчас, рассказать про все, какие сейчас меры там, потому что в новостях опять говорят, что в Анталии там вспышка, ковидность, туда-сюда. Я вам все расскажу, по-честному, все как есть, все покажу. Вот, возможно, склею этот видос из 2 дней. Почему? Потому что завтра будет погода похуже, я решил вам записать этих сочных, мощных кадров, чтобы вы ими прям зарядились по полной. Вот, сейчас будем ходить с вами, как всегда, мерить потихоньку всю температуру и буду вам все рассказывать и показывать. Красота, да? Так, ну давайте начнем. Начнем с горочек, вот с этих. Вот горки в этом отеле не работают, потому что, во-первых, здесь у нас вот этот бассейн, вот он большой, он не подогреваемый. Я даже не могу туда достать, смотрите, как здесь глубоко. Он не подогреваемый, поэтому если будете вылетать с горку, будете летать в холодный бассейн. И это ни к чему, ну и плюс они на ремонте. Вот, но подробный обзор про отель будет у вас уже совсем скоро, потому что здесь у нас сейчас большое путешествие, 4 отеля в Турции, потом еще апартаменты, и потом еще у нас нету обратных билетов. Я не знаю, когда мы улетим отсюда. В общем, у вас будет много интересного контента, кто еще не подписался, подписывайтесь, кликайте там колокольчики, чтобы все уведомления приходили. Ну и как всегда, лайки, дизлайки, лучше лайки, давайте 1004 соберем. Так, достаем наш градусник, смотрите, внизу 16,5. 16,5, это у нас на нижнем смотрим, это у нас температура в неподогреваемом бассейне. Пойдемте замерим температуру бассейна, где купаются детки прекрасные. Своих деток мы пока не купаем, потому что только второй день. Давайте опустим градусник. Здесь тоже у них горочки, можно покататься с горочек, вот так покайфовать под солнышком. Ну, сразу отвечаю на вопрос, стоит ли сейчас уже ехать в Турцию. Вообще 100% стоит, там здесь уже сезон вовсю. Сейчас у них с этого числа уже даже открытый сезон, они достают новые там какие-то площадки, открывают, покушать, еще что-то, ну какие-то дополнения идут. Так, смотрите, 28,2, то я сейчас заболтаю с вами, вот на нижний смотрим. 28,2 у деток, пойдем померим в большом. Сейчас я вот здесь вот как раз плаваю, вот видите, ветерок поднимается, это сигнализирует о том, что завтра погода чуть испортится, по прогнозу передают даже грозу, но прогноз здесь ошибается, потому что вчера Яндекс показывал полную солнечность, вообще безоблачно, что было. А на самом деле были облака, и было гораздо прохладнее, чем сегодня. А сегодня прям вообще погода просто огонь. В начале с утра была дымка небольшая, сейчас пока болтаю, я мерю вам температуру. А потом тучи разогнал кто-то руками, и просто жаришка, просто лето. Вот прям вообще, мы даже обедали сегодня на улице, там прям просто сидишь, угораешь на солнышке. Вот смотрите, опускаем, на нижнюю смотрим, вернее уже поднимаем, 26,9, ой, 26,7. Ну, для этого бассейн на самом деле прохладно, могли бы 29 его тоже сделать. Чтобы можно было поприятнее купаться. Я сейчас здесь купался, тоже нормально. Для взрослых деткам, может быть, свежо будет. Ну, кто как привык. Пойдемте с вами дальше гулять. И все снимать. Всю эту красотулину. Так, давайте так, пока мы здесь. Вы в комментариях пишите, что еще поснимать здесь в отеле. Не в отеле. Здесь можем до Сиде добраться, нам 2,5 километра идти пешком. Порт Сиде приходим, и там, ну, смотрите, давайте атмосферку. Вот так вот, вот так вот все. Вот смотрите, сотрудники ходят все в масках, а персонал обязан носить масочки. Взрослым детям не надо. То есть взрослым надо одевать маски только когда вы идете в ресторане, набираете себе еду. На входе здесь дают маски, вы одели маску, набрали, сели, когда уже за стол, уже масочка не нужна, можешь снять, детям вообще не надо надевать маски. Маски выдают, я сношу с собой, она мне такая помягче, мне не комфортней. Вот аниматоры тоже все ходят в масках, им обязательно надо носить и на улице, и внутри
А в отеле взрослым, ну, то есть просто людям отдыхающим, маски вообще. Кроме как ресторан, больше нигде не требуется ничего. А касаемо того, что работает, как бассейн, вы поняли уже. Все работают, ресторан работает, тренажерный зал, вот здесь он наверху, тоже работает, максимум можно 5 человек, там написано. Вот тут есть воркаут прям уличный, я обязательно все покажу в видосах. Есть внутри тренажерный зал. Потом спа. Спа работает, мы вчера ходили. А спа по записи. Вы записываетесь, на полчаса вам дают время. И либо сауну, либо хамам выбираете. И она все полчаса в вашем распоряжении полностью. То есть вы кайфуете там одни. Бассейн крытый тоже работает. А сейчас я говорю именно конкретно этого отеля, касаемо конкретно города Сиде, буду больше говорить. Потому что мы будем перемещаться по разным городам в этом путешествии. И буду вам в каждом, наверное, региончике делать вот такой онлайн-видос. Где-то, может быть, в эфир выйду, сделаю, если будет нормальный интернет, прямой эфирчик проведу. Очень хочу с вами болтать, очень соскучился. Но вы также эти вопросы, которые в прямом эфире, можете в комментариях задавать. Давайте, что касаемо мини-клуба. Мини-клуб работает, вон на детской площадке. Мы там с Полькой бегали, играли. Я сторис тоже, кстати, снимаю. Можете сторис по ссылке под видео подписываться на мой инстаграм, на Жанин инстаграм, оформлять у нее туры. Только сейчас там немножко она так по сокращению работает, потому что мест много. Ну, ее менеджеры, коллеги вам оформят. Работает. Внутри есть даже внутреннее помещение детское с мини-клубом. Оно тоже работает. То есть, на самом деле, вообще никаких ограничений практически нет. Я вот даже пытаюсь понять, что не работает. Сейчас попробую, я вспомню и вам расскажу. Мы уже здесь второй полноценный день. Третий неполноценный. Ну, не полный имеется. Пумпош, ты еще не угорела, зай? Угорела. Кепки не брали, мази не брали. А тут лето красное. Мы даже Польке с собой кепку не взяли. Я себе даже кепку не взял. Это мы накрываем вот так вот. Поль, давай вот сюда ложись, тенек. И вот здесь вот отдыхай, тенечек, чтобы не перегрелся. Мы целый день на солнце, вначале на море были. Сделаю, наверное, ставочку сюда с моря. Если не дойдем, то как я измерял температуру, к этому атмосферу, маленький кусочек вам ставлю. Ну, Польку пока не купаем, потому что, ну, как акклиматизация, то все. Второй день. Но в спа вчера мы купались. Коль, тебе вчера понравился спа? В баньку ходили, в спа плавали, в бассейне. Бассейн без ограничений, не надо записываться, ничего, заходите во внутренний, который бассейн, и там купайте сколько хотите. Вот этот бассейн тоже холодный, это продолжение того бассейна с горками. Поль, здесь холодная водичка. Если этот видос я быстро выложу, потому что я еще тот не смонтировал, времени не хватает. Здесь приходится еще и работать, и снимать, и с дрона сегодня летал. Не вообще ни на что не хватает. Вот. Ну, это без минимума монтажа, здесь даже ничего вырезать не буду. Все в таком лайф-режиме, как будто прям это прямой эфир у вас будет, чтобы вы прям прочувствовали всю эмоцию. Зай, бассейн мы пока с тобой не пойдем, мы вчера плавали во внутреннем. Сейчас, когда мы вылетали сюда, в Турцию, в новостях была информация, что в Анталии прямо вспышка. Там чуть не в красной зоне, там все находится. В отеле вообще ничего не замечаешь. Никаких ограничений, абсолютно все нормально. И, ну, мы с территории еще не выползали, не выходили. Я думаю, что в каком-нибудь отеле или в каком-нибудь дне мы точно выйдем, тоже там все поснимаем, посмотрим, как все реально по факту. Ну, в отелях вообще сейчас ничего не коснулось. Такое ощущение, что здесь, знаете, таком, в своем мире находитесь, все, что здесь вокруг, ничего нету. Ну, в прошлый раз, как вы помните, когда вообще только зарождался этот ковид, мы здесь были в Турции, тоже такие страшилки были. Мы ходили на улицу, выходили, все снимали, там все живет, как и прежде. Вот, когда мы сюда ехали, я делал кадры, я снимал. А, все базары, все работают, все рыночки, все-все-все работало. То есть это уже была информация, что здесь какая-то вспышка. Ну, сами знаете, у нас в новостях говорят одно, по факту происходит другое. Вот. А я снимаю вам то, что есть в реальности. В отеле сейчас так. Оль, а ты куда такая красотка собралась? Спа. Я не спа, там буду купаться. Давайте краем глаза вам барчики покажу, что они работают, что все наливается, все льется рекой. И сейчас пойдем покажу вам все, что остальное сказал. Подтверждение своих слов. Покажу вам тренажерку, вот она работает. Все работает. Надо мне гиперэкстензию поделать, то спина что-то болит. Эти пишут 5 сейчас, максимум 5 персон. Здравствуйте. Вот так заходите и тренируете. Все работает у вас? Sorry? It's open? Yeah. Да? 5 персон макс, да? Yeah. Okay. А можно в шлепках или в кроссовках нам? Нет. Так, сейчас нам даже покажут, как делать гиперэкстензию.
Не, это пресс. А мне надо спину. Спину. Нет, нету гиперэкстензии? Ой, ай-яй-яй. You mean here? Да. I have pain. Мне надо это, лодочку. Лодочку вы мне поставите. Ага. А тренажера нет, да, чтобы гиперэкстензию делать? I don't understand. Я понимаю, что вы не понимаете. Ладно, спасибо. Спасибо. Так, друзья, срочно напишите, как будет гиперэкстензия по-английски. Спасибо, я вам возвращаю. А то вы вынесли нам. Ладно, будем делать джинстанги, лежа. Пойдем, помпойся. Мы на самом деле куда собрались. Возьмем вас с собой. Я тут пытался посекретничать. Пушка тоже сказала, куда мы идем. Поль, куда мы идем? Спасито. Вот он, бассейн. Смотрите, вот так вот. Маленький, большой. Сюда можно заходить просто так. И, кстати, не закрылся ли он? Никого там нет. Я сейчас не рассказываю. Сейчас возьмем. Вон там вот спа. Зона. Вот оно, спа, все работает. It's open, да, спа? Резервейшн, да, сейчас? Да. Мы сейчас зайдем здесь в туалет. Так, отправляемся с вами в спа. Спа. В этот, в бассейн. Вот здесь, смотрите, можешь взять полотенце. Хотя, когда приходите в спа, они говорят, берите из номера. Ну, бассейн работает. Смотрите, никого нет, но погода сегодня шикарная. Ну, мы решили пока здесь только поплюхаемся, потому что все-таки там ветер сейчас небольшой. И не хочется в первые дни ничего, чтобы у нас не заболело. Пока у нас акклиматизация, там все дела. Давайте водичку померяем, да? Сходу. В маленьком бассейне. Ну-ка. Ой, что-то, Поль, здесь какая-то свежая вода сегодня. Видите, как круто, да, здесь плаваешь, смотришь на солнце, на пальмы, на пихты, облепихты. Так, здесь у нас вода 28,9 сейчас. Сейчас она еще поднимается потихонечку. 29,1. Растет потихонечку. Ну, они 29,2. Ну, еще будет чуть-чуть набирать, короче, 29,2. Вот так вот видно, нет, на нижнюю смотрим. Давайте в большом померим. Бассейне. Слушайте, как классно, да? Никого нету. Прям как VIP-бассейн. А все на улице в такую погоду. Да. Так. Я какой-то режим включил другой. У меня гимбал убегает. 28,6. Ну нормально, тепло. Вот такая вот атмосферочка. Ой, как там вообще просто. За окном лето красное. Так, ну давайте с собой, что ли, возьмем поплавать, да? Передадим все эмоции, всю атмосферу. О, слежопся. Ну-ка, Ванечка, давай. На ручки тебя? Давай. Сейчас я камеру сюда поставлю. Мы тебе возьмем. Вас с собой возьмем поплавать. Давай, там тут. Раз, два, три. Там ты стоял. В Турции, конечно, кайф, что все время вот эти бассейны, все подогревается, спа, все работает. О, что-то включилось, тут вентиляция заработала. На улице везде практически всех отелях зимних есть, подогреваем бассейны. Открытые, открытые, закрытые, раскрытые. Все есть. В Турции, конечно, с этой точки зрения очень круто. Я, кстати, нашел один очень интересный способ, как подогреть воду в бассейне. Кто-нибудь знает такой способ? Сейчас я вам расскажу. Поль, хорош брызгать на камеру, зайка. Поля! Смотрите, здесь есть такая штучка. На нее нажимаешь. И оттуда течет горячая водичка. Сейчас будем подогревать, чтобы было тепло. Поль, столько радости, в бассейне есть такая лесенка есть. Мы тут играем, смотри. Давай, мы снимем. Дай, сейчас забрызгаешь всех. Change.
as I think. You try your best to hold up, but I see you giving in. You know that we should keep it up like this. Купание в закрытом бассейне. В открытом, конечно, поинтереснее будет. Видите, ветерок вот. Даже муж камеры иногда задувает. И пальмы иногда прям под колбашем. Это мы решили скрыться. Вот смотрите, видите, как пальмы подколбашивают. Стараюсь, наверное, два дня вот свести. Чуть, видите, какой ветер, слышно? Еще ветрозащит как бы стоит, забивает. Покажу вам, стараюсь завтра тот же день включить, если будет гроза, это вообще будет отличный контраст. Хорошая погода, плохой. Ну, еще, конечно, сегодня покажу ресторанчик, как там стоят дела. Шел за стеклом. Вы все видели. Так, вот смотрите, анимасьон тоже работает. Сегодня дротики, дартс. Все проходит. Знаете, что вспомнил, что не работает? Не работает. Ночной клуб. Это уже со всех времен, с давних, старых, вот так закрылись эту пандемию. Все, с тех пор ночные клубы не открывались ни в одном отеле. На улице живая музыка у нас проходит. Здесь вот вечерком вам сниму кусочек, покажу. Все еще не проходит. Люди мимо проходят. Вот смотрите, видите, анимация вся. Вот они прямо в масках, прямо на улице ходят. Вот так вот. Все достойно, все прям несут полную ответственность персонал. Пойдемте прогуляемся на море, посмотрим, как там. Штормит немножко море, волны появились, днем не было. Ох, красота! Как я люблю, когда море так волнуется. Вообще очень красиво. Передаю вам, как всегда, эти эмоции морские, пляжные. Заряжайтесь морешком, красотой этой морской. Правда, ветер дует, подзабивать не может чуть звук, но красота вообще, класс, да? Супер. Море 8-18 градусов, я мерил сегодня. Очень классно. Передается атмосфера, не? Пишите. Конечно, с такой погодой ходишь, гуляешь. Как может быть завтра гроза? Он как раз проверил прогноз гроза. Что-то не верится совсем. Прям лето красное. Так, ну что, давайте заглянем в ресторан. Смотрю, покажу вам, какая здесь ситуация, какие меры. Вот смотрите, сейчас на входе надо одевать масочки, я свою забыл. А, ну вот, и вам здесь выдаю. Хотя у меня есть такая же. Я ее и же и одену, чтобы сэкономить время. Скажу вам, как что происходит. Здравствуйте, персонал. Видите, здесь маска. Все так же за стеклом. Ничего вообще, в принципе, взять самому нельзя. Все так же накладываю. О боже, что я вижу здесь. Это давайте я вам включу уже в обзор основного. Основной обзор отеля. Сейчас я снимаю, после этого покажу. Вот видите, все, вы подходите, говорите, что хотите. Там персонал тоже в масках. Либо вот так вам дают, либо через такое окошко протягивают. Ну, такие стекла, все хорошо видно. В принципе, без проблем. Ну, атмосфера ресторана, то есть вы ходите, набираете маски, а потом садитесь, уже снимаете маску и трапезничаете без масочек. Все, вот такая вот информация по текущему состоянию в Турции. Пишите, что думаете, обязательно поддерживайте лайкосами. Давайте 3-4 тысячи лайков накликаем для вас, это просто нажать кнопки, для меня мотивация. Я буду знать, что вам нравится, и буду дальше пилить для вас контентик. Все, огромное всем удачи и пока. Сейчас я пойду снимать дальше уже на обзор отеля, то, что сегодня даю. До встречи в следующих видосах. Ну да, и посмотрите, что делает мартовское солнце с людьми. Я просто сгорел.
как рак, весь красный просто все лицо. Малиновые руки. Весь такой. Обалдеть, да? Посадить с кремом, масками, кепками. И вечером снова здрасте. Живая музыка, приятная атмосфера. Сегодня, кстати, вечером теплее, чем обычно. Солнышко все прогрело.